конечно, те, кто около дороги похоронены, чаще проходят люди, вспоминают. Ну, хотя, ну, праздники, конечно, народу много. Да, это Южное кладбище в Самаре. Ну, тоже вот семья, муж 1938-1993. 55 лет, там не полностью, 54 года. А жена 41-2016. Даже вот такой, ну, памятник, крест 25-2008. Ну, здесь, по всей видимости, мать. 67 лет. И дочь 32 года полных прожила. Ну, тоже вот люди в войну. 17 сентября 41 года родилась. 51 год полный прожила. Ну, здесь тоже, судя по всему, мать, дочь. Мужчина 27 лет прожил. Ну, вот она, дорога.